Сегодня мы поговорим о производстве лестниц, из каких этапов оно состоит и в чем заключается. Здесь представлен один из вариантов выполнения лестницы. Это лестница с площадкой. То есть опирается первый марш на пол, выходит он и опирается на площадку. Площадка выполнена из балок, которые опираются на опорные столбы. Видны отверстия для балясин в тетивах и отверстия для столбов в этих столбиках опорных. Расчет прочности изделия, от чего он зависит? Это первое эксплуатационное качество, чтобы лестница не скрипела, не прогибалась и была безопасна в эксплуатации. Поэтому в конструкции должно использоваться сечение ступени 45 мм. Ну и, безусловно, сам материал должен быть подготовлен, отобран, без дефектов, без пороков и качественно склеен. Проектирование лестницы начинается с замера, то есть это с осмотра и снятия размеров помещения, где будет находиться. Важно знать высотные отметки и то пространство, которое отведено заказчиком под лестницу. После этого происходит проектирование специальных разработанных для этого программах. Задаются количество ступеней, ширина марша, высота подъема и много-много дополнительных параметров, в том числе и материал. После этого конструкторское бюро производит полностью окончательный расчет лестницы, производится согласование с заказчиком, выпускает рабочие чертежи, которые поступают на производство. Конструкция лестницы проектируется таким образом, чтобы при производстве был минимум ручной работы, то есть все выполняется на станках, большинство работ выполняется на станках с программным управлением. На производстве реализован специализированный программно-аппаратный комплекс производства лестниц, так называемая CAD-CAM-система. В российской аббревиатуре это подразумевает так называемый SAPR – система автоматического проектирования и система автоматического производства. Что это подразумевается? После того, как создан проект лестницы конструктором, программа автоматически раскладывает данную лестницу на отдельные детали, формируется автоматически рабочая программа по обработке лестниц. Это обработка контура, снятие фасок и необходимые засверловки, как горизонтальной, вертикальной. За счет того, что это пятиосевой станок, возможно, в любой плоскости. Что этим самым создается? Значит, во-первых, формируется отдельно деталь сама по себе, а также необходимые заложенные конструктором отверстия или же пас-шипы для сопряжения деталей друг с другом. Так называемые безбумажные технологии. За счет большого стола, это 6 метров в длину и 1,5 метра в ширину, точность обработки деталей составляет примерно 0,3-0,4 мм, что невозможно практически сделать вручную. В классической технологии подразумевается выпуск бумажных шаблонов в масштабе 1:1. Во-первых, плоттеры имеют свойство протягивать бумагу, то есть нет масштаба четкого. Во-вторых, бумага в зависимости от влажности воздуха имеет свойство изменять свои размеры. Поэтому при переносе на деталь возможны, скажем, 10-15 мм. Это недопустимо для производства лестниц. На данном станке можно производить практически любые детали плоские, в том числе и гнутые детали, если они имеют довольно большой радиус. Это столбы, это тетивы, это ступени, подступенки и всевозможные дополнительные детали лестниц. Это поручни, базы балюстрады и так далее. То есть практически все за исключением токарных деталей. То есть тела вращения делаются на токарно-фрезерном станке. Сейчас мы находимся на токарном участке, где производятся балясины, столбы, шары. То есть это ограждение – неотъемлемая часть практически каждой лестницы. Для чего она служит? В первую очередь для безопасности эксплуатации этой лестницы, для того, чтобы нельзя было упасть с какой-то высоты. И немаловажно для именно эстетического восприятия лестницы. То есть
Есть более простые варианты, есть более напыщенные, так можно сказать, да? Все зависит от конструкции лестницы, но практически в каждой из них присутствует эти точенные элементы. Частота балясин, то есть их расположение, играет немаловажную роль, то есть в первую очередь это безопасность для того, чтобы человек, который поднимается по лестнице, либо находится на каком-то этаже, не имел возможности упасть оттуда или получить какую-то травму еще. Поэтому частота расположения так и выбирается и рассчитывается. Это первый вариант. И второй, немаловажный, мы учитываем то, что эксплуатация лестниц обычно это, ну, как семейный продукт, и чтобы дети по случайности тоже не могли пролезть мимо этих балясин и получить какие-то травмы. Здесь представлена возможность изготовления гнутых элементов для лестниц. В основном это бывают поручни и тетивы. То есть если лестница имеет изогнутую конструкцию, то есть плавные какие-то изгибы, то детали для нее изготавливаются на этом стапеле. Он из себя представляет ряд несущих конструкций, на которые крепятся специальные пневматические прижимы, посредством которых задается форма криволинейных деталей. Сама гнутая конструкция набирается из тонких ламелей материала, в основном это дуб, специально подготовленные ламели толщиной там, от 7 до 4 мм, в зависимости от крутизны этого радиуса. Друг с другом склеиваются, накладываются на заранее собранный стапель, подается воздух, и будущая деталь принимает свою форму. В таком состоянии она находится от 12 до 24 часов, когда происходит становление и полимеризация клея, и после этого деталь готова к дальнейшей обработке. Еще один из самых важнейших элементов создания лестницы – это контрольная сборка. То есть после прохождения машинной обработки, когда вырезаны, отфрезерованы каждая из деталей, на нашем производстве производится контрольная сборка, то есть проверка собираемости этого изделия в дальнейшем у заказчика. Собирается один из маршей лестницы, начало которого на полу, и заканчиваться он будет на площадке. Площадка будет опираться на 4 опорных столба. Лестница из дуба, марш прямой. Сейчас в одну из тетив вставляются ступени, прикручивается маленький опорный столбик. Тетива – это несущая часть лестницы, в которую входят ступени. То есть тетива – это вот сейчас тетиву опускают на землю. Горизонтально лежит тетива, вертикально ступени. Это сделано для удобства сборки, потом ее повернут, и она встанет в свое естественное положение. Лестница должна быть выполнена из щитов толщиной не менее 45 мм, потому что эти критерии просчитаны уже многими десятилетиями. Прочность зависит от длины этой тетивы, от ширины ступени, то есть, естественно, что нагрузки распределяются в каждом случае по-разному. Вот, и все эти моменты учитываются при конструировании лестницы и, естественно, при ее изготовлении. Это уже финишная операция в производстве лестницы, отделка или покраска, как многие называют. Состоит из нескольких этапов. Первый – это тонирование конструкции, то есть придание ему какого-то цвета. Либо есть варианты без тонирования, то есть они подчеркивают естественность древесины. Дальше наносится следующим слоем грунт. Грунт служит для связки лака с самой древесиной. И последний этап – это нанесение лака. Лак нужен для придания блеска изделию и для износоустойчивости самого изделия. То есть используем паркетный лак, то есть это наиболее прочный элемент на сегодня. Долговечность не ограничена, то есть он так же, как паркетное покрытие,
если не ходить там грязной обуви, то служит очень-очень долго. Ну, специальные исследования такие не проводились, но свойства материала со временем не теряются. После того, когда все производственные этапы пройдены, лестница изготовлена и покрашена, происходит ее упаковка и доставка заказчику.